На сцене Сочинского колледжа искусств выступили творческие коллективы города. Народные ансамбли звучали песни военных лет. Главными героями торжества стали те, кто стоял на защите своей родины во время войны и в послевоенные годы. В соответствии с приказом президента страны, сочинским ветеранам были вручены медали защитника Отечества. Отдельно говорили о необходимости ведения патриотической работы с молодым поколением. Завершается месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Многие из вас, я думаю, принимали в этом участие. Завершается всероссийская акция «Есть такая профессия, родину защищать». То есть сегодня делается много для того, чтобы вырастить поколение достойно тех людей, которые находятся здесь, в этом зале. В этот день также почтили память тех, кто отдал свою жизнь на благо страны, чьи имена теперь навсегда вписаны в историю.